Сейчас 50% одиноких людей по статистике, мужчин и женщин. Почему? Главная причина какая? Люди недоразвитые, как личности. В этом проблема. Женщина должна женщиной становиться. И вот женщин хватает? Женщин хватает в обществе одиноких? Нет, не хватает. Хватает людей в юбках, понимаете, а женщин не хватает. Вот одна женщина появилась, она на расхват сразу. Мужчин хватает? Нет. Хотя одиноких мужиков много, но мужчин нет, потому что один мужчина появился, очередь выстраивается. Все хотят за него замуж. Почему? Потому что люди не развиты. Вот это главная проблема. И это очень важно понять, кто такой развитый мужчина, кто такая развитая женщина. Сначала надо понять, а потом двигаться в этом направлении. Причем развитый мужчина – счастливый мужчина. Вот если мужчина, допустим, может зарядку делать, может поставил цель, добился, он счастлив. Понимаете, главная проблема в мужской психике – это чувство неполноценности. Неполноценности, что я не развит, что у меня нет сил победить судьбу, у меня нет достаточно положения в обществе, средств, сил. А эта развитость же, она достигается с помощью мужской деятельности. То есть мужчина должен сначала в спортзал начать ходить, потом он должен прячься в какую-то работу, научиться радоваться труду. Понимаете, он думает, мне надо сразу много денег. Но так не бывает. Вот, допустим, яблоню надо сначала посадить, она потом взойдет. Где яблоки? Пока нет. Пока нужно ветки пустить, потом цветки, потом еще она окрепнет, и потом только яблоки. А ты хочешь сразу раз, и деньги пошли. Деньги это как яблоки. Сначала развейся как личность, а потом будут деньги. Вот. Ну то есть надо вот, это, вот эти все вещи понимать. Если человек ничего не понимает, как устроен этот мир, то как он сможет быть успешным? Мужчина сначала должен развиться как личность, потом дальше он должен научиться любить труд. И вот когда он развитым становится, он тогда чувствует себя примерно вот так вот. И тогда уже дальше, вот в это время уже, пожалуйста, там и ну, женщина вокруг тебя будет нужная, какая тебе выберешь, какая тебе понравится. Все в очередь выстроятся.